О! А, вы тут? Всем холо, народ, с вами снова я, Молтер. Что это я, собственно говоря, забыл тут в аду? Ну, во-первых, что тут забыли вы? Вообще-то я живу тут теперь. Что? Вы хотите узнать про адское дерево? Так, сейчас. Ну вот, во дворе растет, а что не так? А, я понял вас, вы пришли посмотреть новый выпуск рубрики «Бед с башкой» о дереве ясеня. Тогда присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Судя по второму выпуску этой рубрики, ролики по ней плохо заходят в рекомендации, поэтому настоятельно прошу вас подписаться. Не буду говорить, сколько мне нужно, так как я в вас верю, и собрать хоть 34 тысячи, хоть 35 вполне возможно. Над этой рубрикой я обычно стараюсь больше всего, так что если хотите продолжения, просто подписывайтесь. Что ж, возвращаемся обратно к моему уютному дому. Наверное, вы задаетесь вопросом, как же найти это дерево самому? Можно создать сид, Don't Dig Up или Get Fixed Boy, где вы будете находиться в этом биоме со спауном. А можно телепортироваться в любой другой сид, в ад. Не сильно похоже на адский биом, надо сделать разведку. О, вот он, адский биом. Кажется, тут маловато деревьев, но я знаю, как это исправить. Воспользуемся желудем. Так, садим его и... Вырастает дерево. Теперь мы можем срубить его и вернуться обратно в мой мир. Итак, сложим это дерево в мой сундук. Стоп, стойте, я же не рассказал, что можно скрафтить из этого дерева. Но вы же и сами уже видели, что я мог скрафтить, созерцая мой дом. Да и в сундуке, в принципе, тоже все возможные крафты лежат. Что ж, тогда зачем вам знать, что можно скрафтить? Парадокс крафтов какой-то получается. В любом случае, вот так выглядит таблица всех крафтов, и это нисколько не отличается от того, что можно сделать из других типов древесины. Ну а если кидать это дерево в шиммер, то явно ничего хорошего из этого не выйдет. Что ж, возможно, мои коллеги закончили бы на этом видео, но вам не кажется, что было бы интересно посмотреть, как сильно уступит или превзойдет это дерево свои аналоги или даже железо? Сейчас мы во всем этом разберемся. Приступаем! Начнем с брони. Защита у нее такая себе, не смотрите на то, что ее 7, просто я съел штуку из шиммера, которая дает плюс 4 к защите. Получается всего 3 защиты за дерево, которое можно встретить впервые в аду. Но зато есть интересный бонус сет, снижение урона от лавы. Снимаю шлем и ныряю в лаву. Практически 200 урона, но если я надену шлем, броня ограничит урон до почти 70. Превосходно. Что насчет оружия? Протестим меч и лук. Для лука во всех проверках я буду использовать бесконечный колчан, плюс 5 к урону от стрел. ДПС этот лук выдает что-то около 20 в секунду. Много это или нет, узнаем позже, когда сравним лук с другими аналогами. Меч в свою очередь имеет 8, и примерно тот же ДПС. Итак, держите в голове этот результат, и я перехожу к аналогам. Железные предметы, 9 единиц защиты, 8 урона у лука и ДПС 30, 12 урона у меча и ДПС 35. Предметы из жемчужной древесины, 8 защиты, лук 12, ДПС 50, меч 30, ДПС 130. И даже мрачная древесина, 5 защиты, лук 8, ДПС 30, меч 11 и ДПС 35. Итак, вывод, с боевой точки зрения это ничем не примечательное дерево. Пойду избавлюсь от этого хлама в шиммере. Так, ладно, ладно, что-то я погорячился. Ха, ну да, я же в аду. Все-таки это дерево не такое плохое. Посмотрите на этот биом, посмотрите на этот дом, на эту мебель. Неужели это не вызывает у вас чувство прекрасного? Неужели вам не кажется, что это так и должно быть в аду? Вот и мне так кажется. Да, может, разработчики и вдохновились Каламити, но сами посудите, как же это все-таки красиво.
Определенно, теперь это мое самое любимое дерево. На этом рабочий день в этом мире подошел к концу. Я оставлю этот дом в том мире, а сам пойду на боковую. Вот сейчас высплюсь, а там уже на подписчиков 35 тысяч сделаю продолжение рубрики. Что ж, даже несмотря на то, что я все еще сплю, это видео подошло к концу. Пользуйтесь этим лайфхаком, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и адьос. На одной из наших улиц был веселый дом. Там, раскручивая пленки, бил магнитофон.